Зеленый марафон объединяет всех. На площадке дети, их родители, студенты, пенсионеры, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Всего около 6 тысяч человек. Девиз марафона «Бежим со смыслом» и смысл в помощи детям. Зеленый марафон, эта традиция уже прижилась, и каждый год несколько меняется формат социальных акций. В этом году это социальная акция, направленная на детей с ограниченными возможностями. Дистанция 4 километра 200 метров. Пробежать ее мог любой желающий, независимо от пола, возраста и уровня подготовки. Самому старшему участнику, который прошел дистанцию, 80 лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры также выходили на старт. Зеленый марафон «Бегущие сердца» показывает, что спорт доступен всем без исключения. Встречаемся здесь разными поколениями, подрастающее поколение, молодежное направление, и в том числе мы пенсионеры. Поэтому радость испытываем особую от того, что мы еще много можем, участвуем. И наши соцпартнеры имеют обыкновение награждать участников, поэтому мы очень рады тому, что мы в жизнь вошли уверенно и продолжаем нести эстафету старшего поколения. Зеленый марафон в Барнауле проходит в 7-й раз. Творческой частью мероприятия стал крошка-фест, танцы, песни и фокусы. То, что так любят дети. А еще подарки. Каждый получил специальные призы от Сбербанка и партнеров проекта. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости.